Уважаемые инвесторы, 8 марта 2024 года на экране компания НКХП. Так, это Новороссийский комбинат. Хороший актив. Вот, я специально говорю, никогда не говорю там компания, я никому не уделяю никакого внимания. Так, по просьбе тысячного подписчика в пульсе я вот публикую опубликую три актива. Первое, значит, по его просьбе, это НКХП. Россияне говорят НКХП. По-немецки это НКХП. Так, 4 часов. Ну, смотрите, здесь, в общем, все очень просто. Вообще, цену я жду на отметке. Давайте от нынешней цены, если кто-то по нынешней цене зашел, допустим, то я его жду на отметке 1440-1450, приблизительно вот в этой зоне. 1000-1500, возможно. Не 1500, нет, 1450. Вот. Это вот ближайшая цель, от этого уровня уже нужно будет, естественно, делать так прогноз. Если прям вот глобально там посмотреть, конечно, рост можно ожидать, да, но здесь у цены есть еще, значит, так сказать, потенциал на пробитие каких-то поддержек и так далее. То есть цена имеет полное право пробить поддержку на отметке 1028, ну приблизительно, да, опять-таки. И далее она имеет полное право опуститься к отметке 900. Вот. Но я бы, например, вот, у меня просто сейчас нет кэша. Я бы, например, уже вот здесь начинал скупать. Вот, поэтому как бы цена может и отсюда развернуться, вот, и она может еще уйти сюда, да. Ну, либо она может кинуть, допустим, ну, если прям сильно вообще кидануть, прям всех вообще такой кидок замутить, знаете, то она имеет полное право. Прям вот, допустим, она решила всех кинуть, она имеет полное право, допустим, опуститься до 750, взлететь. То есть вот такие китки я всегда учитываю, потому что это рынок, вот, неважно, российский, американский, там кто-то хает российский рынок, все одинаково, тут ничего нет ни плохого, ни хорошего, я никак не отношусь ни к какому активу. Вот, ну, не испытываю никаких чувств, да, это не жена, вот. Поэтому просто смотрю на это чисто объективно и всегда учитываю вот такой кидок. Вот, просто нужно понимать, до какого уровня могут кинуть. Вот, для чего это делается? Это делается просто для того, что те, кто встали в этот стоп, выставили стоп-лосс. Во-первых, их здесь собирают всех. Раз, покосили, да, деньги собрали, все, и дальше цена ушла, допустим. Вот. А глобально, а те, кто встанут в шорт, они тоже потом проиграют в итоге. Вот. Потому что глобально цена хочет вверх, но есть какие-то уровни, да, допустим. Вот. Поэтому, когда такое произойдет, и произойдет ли это вообще, я не знаю, это вырешить сложно, я всегда это учитываю, и потом какие-то примеры бывают, я вам их чисто вот прям, как они есть, в Telegram, допустим, канале, да, их можно все прям перепроверить. Таких китков очень много было, я уже показывал, то есть, и поэтому тут ничего такого нового я не придумал и не придумаю. Вот. Поэтому глобально я бы покупал, например, допустим, от отметки 1031 и, сейчас скажу, и ожидал бы уже роста 40%, 43%. А вот, ну, если действительно цена сюда пойдет, что я и надеюсь,
То есть вот пока золото растет, пока у нас там все активы растут, все это же классно, да, все сейчас заняты совсем другими делами. Куда там НКХП, когда тут такие сказки творятся-то на бирже? Так, и отсюда уже 62% я вижу ближайшую цель. Вот. Ну вот, в принципе, вот такой простой прогноз. Вот. И да, всем удачи. Уважаемые инвесторы, если и вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы, валютные пары, то подписывайтесь на Telegram, YouTube, TikTok и Instagram каналы, так как в каждом канале разная и одновременно полезная информация, с помощью которой вы сможете спасти свой капитал, приумножить, а даже зависимо от стратегии, удвоить или утроить свои деньги.